Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Nissan Тирана. Делаем полную шумоизоляцию. Багажник разобран. Видите, ни единого куска нет на полу. Арках вот на таком квадратику проклеили. И все. Двери владелец уже где-то сделал. Но мы немного здесь доработаем. Приклеим шумоизоляцию. И соберем. Что касается потолка, потолок у нас так вот, прямоугольник проклеен на такую большую площадь. Пол прямоугольники тоже пролили, 4 штучки, это все ограничено. Сейчас подготовим поверхности и приступаем все дело исправлять. Заканчиваем клеить крышу на автомобиле Nissan Тирана. Ведь первый слой прокатали вибропластом. Второй слой поступили клеить уже войлоком. Сейчас доклеим полосу, соберем потолок и приступим клеить салон. Закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле Nissan Тирана. Показываю, что у нас получилось. Так, проклеен, прокатан пол в багажнике, арки. И также прокатали сплошным ковром пол в салоне. Смотрим дальше. Закончили клеить шумоизоляцию на автомобиле Nissan Тирана. Показываю, что у нас получилось. Проклеен сплошным ковром пол в багажнике, арки. Также нанесли еще один слой в дверях. То есть доработали. Такой у нас тоже ковер получился на полу в салоне. Приступаем к сборке. Закончили сборку салона автомобиля после полной шумоизоляции Nissan Тирана. Весь пластик стоит на своих местах. Никаких повреждений мы не оставляем после сборки, разборки салона. Все стоит по заводскому. Ставьте свои комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.